8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В Твери прошел траурный митинг, где собрались представители разных подразделений управления МВД по Тверской области, сослуживцы и ветераны. На месте присутствовала наша съемочная группа. Профессия защитника правопорядка была и остается одной из самых опасных. Сотрудники полиции всегда находятся на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом. Ежедневно они подвергают жизнь риску, не обходятся и без боевых потерь. В список наших погибших товарищей внесены имена более 200 сотрудников. Мы теряем наших сослуживцев в бесконечной борьбе за справедливость и торжество закона, в борьбе за уверенность населения в своей безопасности и защищенности. У каждого из тех, кого мы сегодня вспоминаем, была своя судьба. Но перед лицом опасности в ситуации, требующей принятия мгновенного решения, они проявили мужество и самоотверженность. Стражи правопорядка Тверской области выполняли свой служебный долг в разное время как на территории региона, так и за ее пределами. В годы Великой Отечественной войны принимали участие в восстановлении конституционного строя на Северном Кавказе. И сейчас содействуют восстановлению правопорядка в зоне проведения СВО. Сегодня в одном строю с героями прошлого встают их друзья, участники специальной военной операции. Под опекой управления МВД России по Тверской области и регионального правительства сейчас около 100 семей, потерявших родственников при выполнении служебного долга. И наша общая гражданская позиция – быть готовыми откликнуться на их просьбы. Тверская земля всегда будет помнить своих героев. И память о них навсегда останется в наших сердцах. Собравшиеся говорили о том, чтобы беда больше не коснулась тех семей, кто каждый день выполняет опасную, но важную работу. А нам хотелось бы пожелать, чтобы вот на этих мемориальных досках фамилия не прибавлялась. Вам здоровья, удачи на боевой службе, а им низкий поклон и память. Присутствующие почтили минуты молчания память всех, кто до конца остался верен присяге и не отступил перед опасностью. Траурная церемония завершилась возложением цветов к мемориалу у здания УМВД по Тверской области.